Nokia 6233. Замена дисплея. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 6233». Классическими причинами неисправности или некорректной работы дисплея являются механические повреждения. Уронили, ударили, раздавили. В данном аппарате дисплей меняется несложно. Металлической лопаткой поддеваем дисплей и извлекаем его из рамки. При установке нового дисплея заводим его с обратной стороны рамки и защелкиваем пластмассовые фиксаторы. Если защелкнуть не получается, можно прибегнуть к помощи инструмента. Все, дисплей установлен.